вот вопрос сейчас ко всем митингующим, те, которые возмущаются на Фейсбуке. Почему именно вот эти два закона по НКО и по фейкам настолько затронули их душу? Но почему-то никто, ну человек 12, я специально просматривала, возмущались, когда закон по противодействию насилия в семье, по его ужесточению, прошел, ну, большая часть наших депутатов проголосовали против данного закона. И почему-то особо никого не это не затронуло. Оказывается, своя рубашка ближе к телу. Если, например, НКО заставляют дополнительно сдавать отчеты, но никто почему-то тоже из них не переживает, почему лишние отчеты сдают медики, педагоги, почему-то это тоже никого не волнует. И то же самое с фейковой информацией. Реально, значит, кто-то потеряет заработок, который сидит и работает этими фейками. Или, может быть, у кого-то упадут рейтинги, если не будет этих фейков.